Всем привет, меня зовут Вака. Это мой новый влог. Как я уже говорил ранее, влоги будут выходить немного реже, потому что я буду снимать более качественное видео. Да, и во влогах я хочу показывать самые яркие моменты, я не все подряд как я снимал, опять же я повторяюсь. Ну не важно, не суть. С чего я хотел начать? Первым делом это, наверное, же похвастаться своим новым штативом. Вот, я его недавно приобрел. Для съемочек как раз. Уже готовим интересные видеоролики, как касаемо спорта, так и развлечения, духовного развития и так далее. Короче, вы все сами увидите, я говорить вам не буду ничего. Вот так буду держать секреты и постепенно все эти секреты раскрывать. В принципе, это все, что я хотел сказать перед началом видеоролика. Решили себя погонять на велике. Такой контраст, недавно снимал видео зимнее уже было, сейчас уже лет. Хотя влоги давно не выпускал. Что скажешь? Собаки, встреча кидаться будут нас. Я на монопод немного поснимаю. Я реально никогда не пользовался, что такая херня. Снимали видео. Сразу. Хихлы снимали видео. Короче, нереальная жарила у нас начинается. Скоро соревнования. Универсиады там всякие, типа. Кстати, мы 21 числа бежим 100 метров и 100, 200, 300, 400 эстафет, скорее всего, так что будет что-то интересное. В этих числах, если успею влог, конечно, выложить до этого числа, чтобы были в курсе всех событий на канале. Пишет, потому что писал, что 15 градусов уже обновился до 20. Нормально. А еще на солнце так жаримся. Ну, еще на этом, вот, на покрытие все надо. Да. Короче, канал развиваем. Заодно качаемся, сейчас будем фоткаться, качаться. Главное фоткаться. Фоткаться, качаться. Фоткаться, да. Ну и я редко фоткаюсь, но сейчас такое дело. Можно и пофоткаться. В принципе, если все есть под рукой. Северный ебаник. Северная сторона, а ты? А для вас я никто. Вот вся аппаратура наша отдыхает. Хорошо, мы мажорные. Что делать? Давай покачаемся дальше. Хай-хай. Смотри. Я не буду. Я только хотел сказать. Сегодня бежим соревнования. Короче, 21 число. Что мы бежим сегодня соточку? Через 2 часа эстафета, аж нихера себе. Но на эстафете бегут 300 вроде, или 400, еще не знаю точно. Тренер скажет, то не мы формируем команду. Я студником буду. Сегодня, может быть, у пацанов повозьмем интервью, тоже поржем. Дудников в первую очередь. Наша команда вас раскатит, у нас Наталья есть. Я этого не говорил, заметьте. Все вопросы как не было, Катя. Короче, сегодня народу будет дохера. Дохера угара, я надеюсь. Так что посмотрим, как мы коряво бежим, потому что это даже не начало сезона, это так чисто место тренировки. Я сказала, можно не соревноваться, можно побегать. Не, ну все, мы бежать будем нормально. Все ради вас. Так что вот так. Здорово. Что скажешь? Ну короче, все нормально, солнышком прокатили хорошо. Йо. Валер молодец, мой типчик вообще красавчик. А ну снимите его, снимите его. Толян, снимай. Короче, сейчас будет шведка. Тут, короче, у нас будет батл чисто. Одна тренировка против всего стадиона. Вот. Да. Будем, короче, рубиться. Ну и там моя команда будет на подсосе там. Нам главное Херсонца вынести. Да, да, да. Каждый раз, когда что-то спрашиваю, одно и то же ты думаешь. Что там? Что там сразу? Короче. Все нормально, сейчас вот видите, готовимся. Картиш. Вот. Прошу к нашему шалашу. Играем. Мамин бродяга, папин симпатяга. Только сотку пробежали, такое ощущение, что накурились уже. Надышались. Короче, играем дальше. Thank you.
Очень увлекательная борьба. Витковский и Юрик. Большой был отрыв. Витковский и Василевский. Последний этап. Очень интересно. Уровень чемпионата Украины призывает призеров. Небольшой отрыв. Очень интересная борьба, поддерживаем участников! Набирали их тоже все-таки Василевский Литов и Бадафей. Смотри голову, Исана. Да, давай. Красава. Влог. Богдан. Богдан хочет. Что скажешь? Я скажу, что это было классно. Я бы еще раз с тобой побегал, я просто с тобой не бегал. Да, с тобой не знаешь, я бы еще побегал на самом деле. Да, еще побегал. Конкуренция составит тебе. Бесплатный пиар. В Лизе ТВ, Инстаграм, Продавецкий, Богдан Третьяк, ссылка будет в описании. Я тебе скину сегодня. Бомерсы. Так что все. Че ты улыбаешься? Бегали в спринтик, сейчас будем прыгать. Ты видишь, сколько мусора? Там дети балуются. Серёг, как тебе вообще? Бега. Жарко, жалко очень. Влог, как обычно, задержался на 2 недели, на видео. Есть хорошие новости, нас пригласили поснимать милю, будет классное видео. Мы постараемся. Так что сразу после влога смотрите видео с марафончиком. С милю. Да. Короче, сейчас идем прыгать, покажем вам прыжки наши на травушке. Да, ну короче, что могу сказать касаемо Валеры новых многоскоков? Ну такое что-то, такое. Раскоряга, отвечаю, Валера. Мартишка, ты как раскоряга. Что, хорошая погодка, Валерка сегодня поработал, Валерка молодец. Сережа тоже хорошо поработал. Шатаут пацанам, респект. А на этом все. Если тебе понравилось данное видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Спасибо за просмотр, до новых встреч.